Ну давай, Лёха, скажи что-нибудь. Чё тебе, Володь, сказать? Ты, блядь, ты ну, видишь, я... подписчикам. Подписчик. Да. Привет, привет, ребята. Вот видите меня. Из водителя теперь переквалифицировался. В монтажника. А чё пенишин рассказывай интересным людям? А чё пеню? Чё-то пеню. И для чего это всё? А, ну для чего? Как для чего? Чтобы пенишин развалился. Да. Вот тут я, значит, Лёшке тут место освободил. Говорит, да не надо, но не снимай сиденье. Говорит, я и так, ага. Сейчас вот человек занимается. Не, ну можно занимается. Было бы, но... Пьяно. Да. Ну-ка, палец тут выйдет наружу, нет? Не знаю. Ой, господи, как тут удобно-то. Прям великолепно. Так, вот с этим говном что делать, я не знаю. Пенить, все пенить. Понятно, что пенить. Начальство сказал пенить. Всем пока.